Нарезать и уложить кирпич с точностью до миллиметров. Правильно приготовить цементный раствор, сделать расчеты, а также собрать модуль в соответствии с рисунком. Такую технически сложную задачу ставит перед собой будущий каменщик Анатолий Сыпало. В мастерской Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства он проводит по 8 часов в день, ведь впереди главное испытание – финал конкурса WorldSkills Russia. К предстоящей поездке студент готовится основательно, выкладывает те модули, которые ранее уже были заявлены на национальных и мировых чемпионатах. Молодой специалист признается, представлять свой регион на всероссийском уровне – большая ответственность. Ну, конечно, это ответственный уже подготовительный такой этап, ответственный очень, потому что я представляю весь Дальний Восток. Конечно, очень тяжело, но ничего, пытаюсь настроить себя на дальнейшее, чтобы было все. Прорабатываем те нюансы, которые в основном у меня – это, допустим, размеры модуля самого, размеры рисунков. Пытаемся это все выдержать. Представить Амурскую область и Дальний Восток готовится и другой конкурсант Сергей Лопачев. За его плечами уже два пройденных этапа, один из которых состоялся весной в Москве. Сейчас молодой человек трудится над созданием фрески в технике фристайл. Это обязательное задание чемпионата. Помимо этого, мастеру малярных и декоративных работ предстоит отшлифовать и покрасить дверь, наклеить обои, а также задекорировать готовую поверхность и повторить фактуру. На все дается лишь 22 часа. Самое сложное мне дается – это дверь, так как она более трудоемкая такая. На ее подготовку выделяю даже отдельно день перед конкурсом. Но самое сложное в ней то, что это нужно ее вышлифовать так, чтобы она была идеально гладкой. Поэтому она является такой трудоемкой. Для всех участников чемпионата эти соревнования – важное событие в жизни. Ведь юным мастерам не только открывают путь в профессию, но и помогают найти будущее место работы. Это очень важно в первую очередь, потому что для самого участника есть преимущество в трудоустройстве. То есть у нас наши конкурсы посещают работодатели, которые очень смотрят, как участник работает, и, конечно же, уже предлагают ему определенную работу. Финал всероссийских соревнований WorldSkills Russia пройдет в Южно-Сахалинске 8 августа. Свои профессиональные навыки в 60 компетенциях покажут более 800 конкурсантов. Победители этого этапа представят сборную России на международных состязаниях. Екатерина Рожкова, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.